В настоящее время много обращений в пенсионные фонды, связанные с перерасчетом страховых пенсий с учетом нестраховых периодов, так как в ряде случаев нестраховые периоды, например, период ухода за детьми, дают таким пенсионерам больше пенсионных баллов, чем учет в качестве работы. Специалисты пенсионного фонда производят предварительный расчет при обращении пенсионера в соответствии с имеющимися нестраховыми периодами, и если данный перерасчет ведет к уменьшению пенсии, то перерасчет не производится. Для подачи заявления вам необходимо обращаться в территориальные органы пенсионного фонда, осуществляющие выплату вашей пенсии. Заявление может быть направлено по почте, подано через многофункциональные центры или через работодателя, с которым гражданин состоит в трудовых отношениях. Для перерасчета вам необходимо подать заявление о перерасчете пенсии с приложением необходимых документов. Это документ, удостоверяющий личность гражданина, а также удостоверяющий нестраховые периоды. При подаче заявлений и документов по почте документы должны быть заверены в нотариальном порядке. В случае подачи заявления о перерасчете через личный портал госуслуг, гражданин в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подачи заявления должен представить в клиентские службы пенсионного фонда необходимые документы для перерасчета. Если документы не будут представлены в установленные сроки, то такое заявление рассматриваться не будет. Перерасчет размера пенсии производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера о перерасчете размера его страховой пенсии в сторону увеличения.